С 18 по 19 июня в Татнефть-арене проходил киберспортивный фестиваль. Основным событием фестиваля стали соревнования по популярным компьютерным играм Counter-Strike и Dota 2. Призовой фонд для участников соревнований составил 200 тысяч рублей. Мне кажется, успехи большие у таких мероприятий. То есть, я думаю, в дальнейшем все будет на очень высоком и крутом уровне. И я думаю, это достаточно хорошая мотивация для молодых игроков, чтобы играть, посвящать себя этой игре. Помимо соревнований гостей мероприятия ожидал косплей-фестиваль, участники которого переодевались в персонажей компьютерных игр, сериалов и фильмов. Это интересное занятие, помогает раскрывать свои актерские навыки, кому-то навыки прикладного как бы дела, то есть крафт различных вооружений, как бы оружия, брони. Для участников киберспортивного фестиваля также реализованы гик-ярмарка с товарами на тематику компьютерных игр и кино, зоны виртуальной реальности, фотозоны и различные конкурсы. Артем Тупичкин, Леонард Влетяров, Универньюз.